Опять пришла пора новогодних праздников, и многие люди очень активно в них участвуют. В некоторых странах даже дают так много выходных, чтобы люди могли нагуляться так на полную катушку. Ну и также поздравляют друг друга. И очень удивительно на этом фоне видеть тех, кто не принимает в этом участие, кто не празднует до этого. Очень со стороны выглядит дико. Но на самом деле все так однозначно. Вот, я нашел интересные такие слова. Их высказал блогер, такой очень популярный в нашей местности, Анатолий Шарий. И я очень так интересно мне было послушать эти слова, и хочу, чтобы вы тоже их услышали, пожалуйста. Друзья, дарите друг другу позитив, позитивные моменты, их очень мало в жизни. Вы знаете, психологи утверждают, что после Нового года очень увеличивается количество самоубийств, к сожалению. Да? Что люди кончают с собой. Почему? Потому что они ожидают определенного, ожидают чуда, все, и чудо у них не случается, поэтому они крайне разочарованы и кончают с собой. Это реальность, это так и есть. Да? Происходит такое, к сожалению, на Новый год, там, на Рождество в западном мире, и там, с днями рождения та же история. Ждет, как волшебного чуда, а потом раз, и все то же самое, набухался, пошел и что-то совершил. Да? Так вот, я хочу, чтобы у вас не было этих разочарований Новым годом, потому что, конечно, вы ждете чего-то такого эдакого, да? Но каждый день нам дарит что-то эдакое. И несмотря на условия жизни, несмотря на зарплаты, которые не хотят вам давать, ну, выше там определенного уровня и так далее, и так, тому подобное, жизнь сама по себе просто прекрасна. Да, вот вы увидели, что Анатолий Шарий так четко указал, что люди слишком много ожидают от этих праздников и испытывают разочарование. И я соглашусь с ним, что действительно каждый день он по-своему ценен. И надо радоваться тому, что мы имеем именно в этот день. И я стараюсь так и делать. Радоваться каждому дню, а не ждать каких-то специальных дат, чтобы что-то там праздновать, отмечать. И то, что часто не сбывается, то, что остается только мечтами.